Естественно, что продолжаем. Женскую тему хочется продолжать бесконечно. Девушка, зачем вам это надо? Обдирать ты ко мне бытие. Мазай, вывей губной помадой. Тело драгоценное свое. Вы ведь вон красивая какая. И если будет достойный, вы другой. Полежать бы на спине у Аля, освещая этот мир кругом. Девушка, зачем вам это надо? Кто бы мне бы мог бы рассказать? Чувствуя сомнительную радость, между грами прыгать, как коза. Подождите пением и рассказов. Не подойти пьяненький купецов, рисковать костями ног и таза, обжигая ветром там лицо, чтоб угры и камни вас терзали. Герпес появился на губе, мышцы на ногах повылезали, и прекрасный голос огрубел, чтобы пили вы и матерились, пели песни голосом дурным, и безумно страстью веселились, укушая тирафон страны. Ни цветочки и ни пантики, ни листочки и ни бантики. Вот такая вот романтика, с позволения сказать. Вы ведь девушка приличная, молодая, симпатичная. Вам курорты заграничные, из них не вылезать. Костин сатаны, вам хранить очаг семейный народ и рожать защитников страны. Быть хотите нежной и любимой, сбросьте лыжи, их умать идти. Вам уйти скорее необходимо с подводного лыжного пути. Сбросьте горнолыжные оковы, выньте лыжный бред из головы, а меня зовите просто вот. И скажите, где живете вы? Ни цветочки, ни фантики, ни листочки, ни пантики. Вот такая вот романтика, с позволения сказать. Вы ведь девушка приличная, молодая, симпатичная. Вам курорты заграничные, язык не вылезать, язык не вылезать. Из них не вылезать. Женщина.